Сейчас еще буквально секунду. Оп, что-то у меня не нажимается. Так, побольше. Все работает. Так, сейчас здесь проверим. Окей. Ну что, давайте тогда начнем. Так, комментарии, в общем, вы можете писать. Я увижу их. В общем, все окей. Супер. Значит, еще раз спасибо, что присоединились. Сегодня у нас Facebook Live вот по такой интересной теме чат-ботов. Мы все продолжаем эту тему. Мы в прошлом месяце много писали об этом и продолжаем в этом месяце, в том числе, потому что у нас в августе будет хакатон, посвященный чат-ботам, и он пройдет у нас где? В Казани. Вот, поэтому сегодня я расскажу о самом простом способе, который я нашел, с помощью которого можно создать чат-бот самостоятельно, если вы не знаете программирование, как не знаю этого я. Вот, и поэтому давайте, в общем, в двух словах сейчас пробежимся просто о стандартных каких-то вещах для тех, кто просто, ну, там впервые смотрит нас, или в записи потом смотрит, чтобы было понятно, кто мы такие, что мы делаем вообще. Значит, во-первых, меня зовут Алексей Ниц, и я являюсь вент-редактором Теплицы, то есть все, что касается мероприятий, инфопартнерства и так далее, вы можете писать мне. Почта моя здесь вот написана, это nitssobakatest.ru, и в Фейсбуке меня также легко найти, то есть сейчас вы смотрите это в Фейсбуке, поэтому тем более легко. То есть какие-то вопросы, пожелания, замечания сюда можете писать мне напрямую. Сайт Теплицы выглядит вот так. Сайт он te-st.ru, и в социальных сетях мы /теплица-st везде, то есть там ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, на Ютубе даже, везде одинаково. И кто же мы такие? Мы являемся, по сути, общественным образовательным проектом, который связывает два сектора. С одной стороны, это некоммерческие проекты какие-то активистов, некоммерческие организации и так далее. То есть те, кто занимается решением общественно важных задач, проблем, которые популяризируют что-то важное. И с другой стороны, это IT-сектор, это люди, которые знают и умеют программировать, делают много чего полезного. Но зачастую они не знают о том, что, в принципе, свои навыки они могут применять для решения каких-то общественно важных задач. Поэтому мы их друг с другом сводим и вот делаем различные мероприятия, вебинары, пишем новости, проводим хакатоны. Поэтому мы хотим, чтобы все вот это вот два эти полюса соединялись все чаще и чаще и рождались какие-то очень интересные и полезные проекты. А на нашем сайте он обновился в апреле. Вот теперь у нас есть разделы мероприятий и отчетов. Это очень удобно. То есть, если вы по какой-то причине пропустили какое-то одно из наших мероприятий, вы можете найти отчеты на нашем сайте во вкладке мероприятия и там отчеты. Либо, если вы хотите понять, что будет проходить, какие будут мероприятия, вы можете посмотреть в анонсах. И тут также есть как бы по городам можно посмотреть, да, то есть удобно это очень, если, например, вы живете там в Ульяновске или в Санкт-Петербурге, вы можете там выбрать мероприятие, которое будет у вас, и вам намного удобнее будет смотреть это. Значит, двигаемся дальше. И, в принципе, эта презентация, опять же, я потом выложу, она кликабельна, вы можете потом перейти и посмотреть это по ссылкам. Теперь немножко про вебинары. Вот буквально это второй вебинар, который проходит в таком формате Facebook Live. На самом деле обычно мы его проводим там на какой-то платформе, и потом я выкладываю это на YouTube в плейлист вебинаров. То есть вы, опять же, можете зайти туда посмотреть полные видеозаписи. То есть много чего полезного мы уже собрали за более чем 2 года. Ссылка здесь вот в презентации, она кликабельна. И видеоуроки или скринкасты – это такие небольшие видео, которые рассказывают, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом. Собственно, это то, что поможет вам в вашей работе или повседневной жизни. То есть много чего про дизайн, много чего про открытые данные, про визуализацию информации, про безопасность и так далее. То есть много чего полезного вы можете делать. Так, вот, пожалуйста, в чате там напишите что-нибудь, что все окей, потому что мне вот не очень понятно, когда это там. Да, ну, чтобы я был в курсе, что все окей. Супер, а я пока расскажу про вот, да. Значит, когда я начал говорить о том, что мы в Казани проводим хакатон, да, действительно это так, это хакатон разработки чат-ботов для общественного блага. То есть,
В принципе, мы приглашаем проект, который готов реализовать идеи, связанные вот со всем тем, что может быть полезно для общества, какие-то социальные проекты, вот в формате именно чат-ботов. Давайте я сейчас просто перейду на сайт Хакатона, чтобы просто показать, как это работает. Сайт Хакатона звучит как kazantest.ru. Вы можете на него зайти, посмотреть информацию, более подробно узнать о мероприятии, что это за мероприятие, для кого и как. То есть, во-первых, естественно, что мы приглашаем авторов идей проектов, которые могут зарегистрировать свою идею. Вот если на главной странице вы посмотрите, у нас есть в начале такая вкладка «Проекты». И здесь уже мы размещаем те проекты, которые подали там заявку на участие. То есть вот уже есть 5 проектов, и еще есть у нас даже 6 проектов, и есть еще 5 идей проектов, которые вы можете реализовать. То есть вы можете подать свою идею. В том случае, если у вас нет идеи, да, вы можете воспользоваться, например, каким-то примером. Либо вы можете просто принять участие как просто человек, который пришел и послушал как участник. То есть давайте я нажму на регистрацию, и вы сразу это увидите. То есть вы можете регистрироваться вот так. То есть тут, в принципе, все кратко написано. И когда вы выбираете роль участников, да, вы можете как программист или дизайнер зарегистрироваться и потом присоединиться к какому-нибудь проекту, помочь им что-то сделать. Либо как участник прийти послушать, потом уже самому решить, что делать дальше. Либо как автор проекта. И автор проекта у нас разворачивается такая форма, и вы можете здесь более подробно там заполнить свою идею, написать, что вы хотите сделать. Опять же, это важно, чтобы все проекты были в формате чат-ботов. Более подробно о чат-ботах вы можете посмотреть. Вот, вот здесь есть ссылки. Вот на сайте у нас есть ссылки на мероприятия в Фейсбуке и ВКонтакте. Давайте мы перейдем, я просто вкратце расскажу. Чтобы было более подробно, вот обычно мы тут, например, в мероприятии ВКонтакте пишем более подробно о проектах, о том, что нужно делать, какие вообще есть возможности по чат-ботам. То есть собираем вот более такую полную информацию о том, что это такое, зачем это нужно и так далее. Вот, например, сегодняшняя последняя новость, которая, кстати, еще не опубликована, но будет опубликована, это то, что в Казань... кто пользовался приложением Призма, а теперь Призма создала чат-бот, который позволяет, собственно, делать, обрабатывать фотографии из Телеграма непосредственно. То есть теперь у Призмы есть свой чат-бот. Сегодня я пробовал запустить, но по каким-то причинам что-то не очень получилось. Надеюсь, что там просто что-то с сервером. Вот, то есть, надеюсь, это более-менее понятно, да, и, естественно, что мы приглашаем вас, если вы или там ваши знакомые в Казани, присоединяйтесь, будет очень здорово, мы много чего интересного попытаемся сделать. И главное, что мероприятие, во-первых, бесплатное для всех участников, и важно, что лучшая команда, по мнению жюри, которую выберут, она получит финансирование в размере 70 тысяч рублей на реализацию и доделывание своего проекта, на доработку проекта. И это очень важно, чтобы была, во-первых, социальная значимость, и, во-вторых, чтобы это было в формате чат-ботов. Значит, более подробно можно почитать вот в разделе «О мероприятии». Здесь есть правила участия, есть критерии оценки проектов. То есть я думаю, что я более полно рассказал. Надеюсь, это интересно. Посмотрите обязательно. Так, теперь переходим непосредственно к теме дальше. Сегодня будем говорить о таком сервисе, который называется ManyBot. По сути, это... чат-бот в Телеграме для создания чат-ботов. Это очень здорово, что появляются боты, которые помогают создавать других ботов. Это действительно самый сейчас простой и бесплатный способ создания ботов. Естественно, что, забегая вперед, скажу, что это создание простых ботов. Не надо ожидать здесь того, чтобы это было что-то такое сложное, так как это без программирования и, по сути, это не использование API, то есть API, да, вы не сможете делать что-то сложное. Но, тем не менее, вы сможете сделать достаточно простые вещи, которые помогут вашим подписчикам. Либо, например, если вы не коммерческая организация, вы можете часть там, той информации, которая у вас есть на сайте, переделать и перенести в чат-бот. И это как бы сделает более легким поиск, например, информации, либо понимание вообще, что вы делаете. Так, давайте дальше. Вкратце расскажу о возможностях вот этого бота, ManyBot, что он позволяет сделать. Значит, в первую очередь,
Он позволяет создать сам бот и сделать постинг подписчикам бота вручную. То есть, как мы знаем, да, что в Телеграме есть каналы, есть чаты и есть чат-боты. Давайте называть их просто боты сейчас. Итак, каналы, чаты и боты. Значит, каналы — это когда вы создаете непосредственно такой канал, и вы как администратор, да, размещаете там информацию, пользователь может ее только читать, отвечать не может. Чат — это стандартный чат, когда несколько человек вместе, они могут что-то обсуждать, постить и так далее. А боты — это вот автоматические такие маленькие программки, которые помогают вам делать что-то полезное. Так вот, в первую очередь, ManyBot позволяет делать постинг подписчикам. То есть, по сути, это то же самое, как канал. Где-то это может быть полезно, и где-то это может быть намного удобнее, чем просто создавать канал. То есть, вы можете добавить бот в канал, и это будет автоматически делать. То есть, первый постинг — это когда вы вручную что-то делаете, и потом это отсылается всем, кто подписан на вас. Вот. И следующее — это автопостинг. Это когда автоматически вам не надо ничего делать вручную. Это уже преимущество перед каналами. То есть в каналах вы сами как администратор, да, делаете записи. Здесь это все автоматически. И автоматически это может идти в том числе вот из таких там сервисов, как RSS. RSS — это мы знаем, что это там, можно подписаться на новости сайта, да, и читать их, не заходя на сайт. То есть вот RSS-лента — это ВКонтакте, это YouTube и Twitter. Как минимум, вот это поддерживается, это очень удобно. Например, вы можете, если у вас, например, ваша организация есть паблик ВКонтакте, вы можете там, сделать автоматическую рассылку новых публикаций вот в боте. Да? То есть человеку не надо заходить в ваш там, паблик, и он будет автоматически получать все новости из ВКонтакте. YouTube тоже очень удобно, то есть если у вас есть канал, и вы публикуете достаточно часто видео, чтобы человек не заходил, не искал ничего, да, он просто подписывается на вашего бота, а тот отсылает вам в том числе и там новые видео какие-то. И в Твиттере это, естественно, понятно то же самое. То есть мало того, что это можно сделать из таких ресурсов, вы можете сделать это сразу из нескольких ресурсов. То есть вы можете сделать чат-бот, по сути, который будет агрегировать всю информацию о вашей организации, которая вообще собирается везде, да. То есть, если брать на примере нашей организации, да, например, теплицы социальных технологий, то есть мы можем создать бот, который будет транслировать все, что попадает в ВКонтакте, все, что попадает на сайт, все, что попадает в YouTube, например, да. То есть это могут быть разные типы контента, и это очень удобно. То есть пользователю не надо будет заходить на сайт, он будет получать все сразу в то время, когда это будет выходить. Вот таким образом. Это вот самые простые возможности, которые есть. Далее здесь можно создавать пользовательские команды и создавать полноценное меню для того, чтобы пользователю было удобно. То есть, ну, я потом покажу, как это выглядит. Это, в принципе, действительно достаточно удобно. То есть, интуитивно понятно, человек может выбирать меню, тыкать быстренько. То есть, меню, по сути, это и есть команды, да. То есть, либо можно вводить команды как слэш, там, какая-то команда, да, там, help или start, либо тыкать в меню. И, собственно, последние версии позволяют создавать формы, то есть вы можете задавать пользователям какие-то вопросы, а они могут отвечать вам в зависимости от того, что вы спрашиваете. Вот это все вы можете собирать. И таким образом вы можете узнавать что-то новое. Единственный момент, что, по крайней мере, я не нашел возможности в данном вот варианте, как эту информацию записывать, например, автоматически в таблицу. Но если вы администратор, например, то, по сути, ну, там, человек может сам это занести в таблицу. Ну, чтобы было понятно, давайте посмотрим, значит, просто на сайт сначала. У ManyBot — это еще раз бот, который позволяет создавать ботов. И если мы пролистнем этот основной сайт, он manybot.io, то тут можно увидеть, что, значит, также написано кратко возможности. То есть вот так выглядят, например, команды. Там, допустим, слэш, заказ, вкусную пиццу. Там. То есть это, например, очень здорово действует для бизнеса. И вот вы можете сделать вот такое меню. Достаточно симпатично. Это в меню вашего как бы мессенджера. То есть вы можете это все автоматически, то есть самостоятельно настроить, как это будет отображаться. Дальше, значит, здесь просто указано, как это сделать. Ну, я просто следующим слайдом покажу,
Как это может быть? Да, и у этого ManyBot есть возможность переводить языки, ну, то есть переводить на другие языки ваш бот. То есть он может работать, например, на английском языке, на русском языке. Тоже очень интересно, если вы хотите расширить, например, целевую аудиторию. Давайте вернемся дальше. И тут вот такой слайд на будущее, чтобы просто вкратце было понятно, что нужно сделать с самого начала для того, чтобы... там, создать своего бота вот через ManyBot. То есть это первичные такие вот команды. Они, в принципе, достаточно простые, ничего сложного нет. И сейчас мы это тоже проделаем, но вот этот слайд там на память, чтобы было там понятно, как делать что. Кстати, если у вас есть время, в принципе, вы можете вместе со мной потом делать, повторять или делать что-то свое. Я думаю, что это будет достаточно удобно. То есть, итак, значит, с чего стоит начать вообще? В первую очередь нужно скачать Telegram. Во-первых, вы можете скачать его на свое мобильное устройство. То есть вот так выглядит сайт Telegram. Давайте я открою в другой ссылке, а то я что-то закрыл презентацию. Так. Так. Итак, Telegram, собственно, основной сайт выглядит вот так, он англоязычный, и тут есть все возможности. Значит, есть возможность скачать для телефонов на базе Android, для iPhone, iPad и для Windows Phone. И в том числе есть для ноутбуков и компьютеров. То есть вы можете скачать как для Windows, так и для Linux и для Mac'ов, и вы можете воспользоваться онлайн-версией. То есть вы можете использовать все, что вам угодно. Значит, хочу сказать... так, Валентина спрашивает, сколько по времени будет длиться беседа? Беседа будет длиться час. Я думаю, еще час примерно. Так, значит, в чем вообще преимущество мессенджера Telegram, чтобы было понятно? Во-первых, он полностью облачный. Это что значит? Что у вас на вашем телефоне или устройстве ничего не сохраняется. То есть, например, вы когда что-то делали, например, да, там история сообщений, там история использования ботов, канала и так далее. То есть, вот в один прекрасный момент вы, например, взяли, удалили с вашего устройства, да, или установили на другое устройство на своем. Например, у вас есть на телефоне, вы решили установить на компьютер. Так вот, когда вы на компьютер устанавливаете, вы сразу же автоматически подгружаете все то, что у вас было. То есть, вся информация хранится на сервере. То есть, у вас ничего не хранится, и говорят о том, что, в принципе, это безопасно, и это очень удобно, в том числе, потому что вы можете быстро удалять и заходить там с любого устройства. То есть, в этом плюс. Далее, значит, итак, первым пунктом вам нужно скачать. То есть, я сегодня буду показывать это на примере веб-версии. Это, в принципе, все просто. Когда вы заходите в веб-версию, я не буду заходить, я уже зашел, потому что... Опаньки. Да, значит, он вас будет запрашивать просто номер телефона для того, чтобы прислал код. То есть, либо вы там зарегистрированы должны быть, и чтобы вы вошли. Ну, чтобы, как бы, ресурс знал, что это точно вы. Дальше нужно добавить в Telegram вот этого бота ManyBot. Дальше нужно добавить нового бота. Потом перейти в бот BotFuzzer. Это основной бот в Telegram, который вообще заведует всеми ботами. И он у него такое, он, как бы, название, да. То есть, как крестный отец, по сути, а это вот BotFuzzer. И, по сути, вам там он предлагает возможности управления новыми ботами. Вы можете создать бот, изменить бот и так далее. Далее вы придумываете название вашему боту, какое-то описание на любом языке. Потом придумываете username. Это то, что прописывается непосредственно в поиске, например, да. И очень важно, что ваше имя должно оканчиваться обязательно на бот. То есть там это может быть все, что угодно. Например, там теплица бот, как у нас есть, да. Вы можете писать в одно слово, можете писать с нижним подчеркиванием. Это очень важно. То есть обязательно латиница и в одно слово. Когда вы будете создавать эти юзернеймы, надо иметь в виду, что как бы оно должно быть уникальным. Поэтому если кто-то уже создал именно такое, какое есть, вы не сможете создать такой второй, поэтому вам сервис предложит изменить его и найти какой-то оптимальный.
И после того, как вы создали своего бота, самое важное – это скопировать ту ссылку, которая у вас появится. То есть с помощью вот этой ссылки она имеет вид вот такой, да, telegram.me/yourname. То есть там вы вот придумаете какое-то имя, бот, вот эту ссылку потом вы будете размещать там где-то на вашем сайте, может быть, там в e-mail рассылках отправлять и так далее. По сути, вот с помощью этой ссылки вы можете привлекать вашу целевую аудиторию в ваш бот. То есть, когда человек получит эту ссылку, если он зарегистрирован, например, в Телеграме или у него установлен Телеграм на телефоне, если он открывает, например, на мобильном устройстве, он сразу же будет переходить в приложение. Это очень удобно. В том числе также делается это с там, десктоп-версией. Да, Айгуль, вопрос задавайте. Я слышу. В смысле, читаю. Да. Итак, вот вы получите уникальную ссылку и потом вперед ее уже промотировать где угодно. А уже в самом боте мы потом посмотрим, то есть есть команда создания нового поста, да, когда вы можете делать пост как в канале, либо это автопостинг, когда вы подключаете уже там основные ресурсы. Это RSS, ВКонтакте, Twitter, YouTube и так далее. Ну и потом переходите в свой бот и вперед уже делаете все, что угодно, и мы это сегодня поделаем. Скачала Telegram, как добавить мини-бот? Вот сейчас мы это все будем делать. Значит, смотрите. Значит, мы это все скачали, а теперь переходим в свой Telegram. Давайте это мы закроем. Так, сейчас я перемещу. Нравятся мне у них вкладки такие, конечно, классные. Так. Давайте перезагрузим. Вот так выглядит веб-версия. По сути, она ничем не отличается от десктоп-версии. Она выглядит одинаково. Значит, здесь у вас просто список ваших чатов, которые есть, да. Если у вас нет чего-то, вы добавляете здесь. Пишите ManyBot. Вот. Давайте еще раз. Я просто нажал ManyBot. Вот он, видите, высвечивается, вы на него нажимаете. Вот он переходит сюда. То есть нажимаете для того, чтобы начать что делать, нажимаете старт. Нажали старт. Он немного может подтупливать. Так, и теперь возвращаемся к тому, что нам теперь еще надо добавить бот-фазера. Бот-фазер. Фазер. Это главный. Тоже нажимаем старт. После того, как мы нажали старт в бот-фазере, здесь, вот видите, написано много чего, да, то есть это основные те команды, которые, собственно, позволяют вам работать, создавать и работать с ботами. Так, вот мне не нравится, что он что-то завис, давайте мы его удалим. Кстати, вот смотрите, классная вещь, что вот я сейчас на своем телефоне открою Telegram, в принципе, сделаю что-то, вот, например, удалю, да, и он у меня удалится здесь. То есть я могу автоматически делать на телефоне, а вы будете видеть, например, как это сделано здесь. Вот. Давайте еще раз. Что добавим бот фазу? Ой, ManyBot. ManyBot. Так. Вот, супер. Теперь перезагрузило, все нормально. Вот когда вы первый раз загружаете этого бота, у вас должно быть вот такое меню. Вот, во-первых, меню вот так выглядит, и мы, по сути, потом в своем боте можем делать такое же меню. Оно достаточно удобное, это достаточно просто. Итак, значит, что он пишет? Он пишет, что классно, вы можете создать своего бота, и для этого вы должны нажать Add Bot. Нажали Add Bot, и вам пишется следующее. Что вам нужно сделать? Зайти в бот Fuzzer, создать нового бота у него, скопируйте IP-токен и возвращайтесь сюда. То есть, смотрите, мы заходим в бот Fuzzer и нажимаем New Bot. У нас вот сделано, значит, классно, типа, выберите имя. Имя — это то, что будет отображаться не в юзернейме, а сверху. Вот имя, я не знаю, что мы выберем. Что мы выберем? Кстати, пока вот есть время, можно подумать о том, вообще, о чем мы будем делать наш чат-бот. Он достаточно простой. Так, сейчас я открою опять Facebook, чтобы было видно, там, что вы пишете. Ну, давайте я просто напишу, что это бот к вебинару. Ну, потому что я просто что-то не могу приложить таких усилий, чтобы придумать что-то толковое. Пусть будет такое. Супер, видите, он записал. Отлично. Теперь вам нужно найти и придумать username. Это уникальное имя какое-то, да? То есть вы можете написать... Например, я пишу вот так. Вебинар
29.07 бот. Супер. То есть вот уникальное имя, да, такого нет. Значит, оно как бы все прошло, и теперь бот создан. И вот надо скопировать этот код, токен, да. Я его копирую и вставляю в ManyBot. И отправляю. Супер. Видите, он принят. И теперь нужно написать описание, о чем ваш бот. То есть вы можете написать. Когда люди будут первый раз заходить, они будут видеть, о чем этот бот. Этот бот был создан во время вебинара 29 июля. Ну, я не знаю, то есть там пусть будет так написано. Супер. Вот. Теперь, когда вы создали, вы видите вот такую ссылочку. Вот, в принципе, я могу ее скопировать сейчас. И вы при желании можете потом попользоваться, посмотреть, что там есть. Ну, то есть я буду делать, а вы будете видеть это у себя. Значит, важно вот что, что когда вы создаете в ManyBot'е, то вы будете видеть все то, что бот постит, как сторонний человек, в том числе вы будете видеть внутренние команды. Помедленнее, а что быстро? Юлия просто в чате пишет помедленнее. В общем, смотрите, потом, значит, я возвращаюсь сюда, и, значит, итак, мы получили ссылку на ваш бот. То есть потом, в принципе, это все можно изменить при желании, но желательно заранее как бы продумать, о чем вы будете делать бот, его описание и так далее. Значит, вот смотрите, самое простое, что вы можете сделать, это отправить новое сообщение подписчикам. Вот, например, если кто-то подпишется на бот, который я только что создал, вот которую ссылку я разместил, да, вот эта ссылка, Telegram.me, вебинар 2907 бот, то смотрите, вот самая простая возможность, я могу отправить сообщение всем тем, кто подписался. Ну, вот если кто-то подпишется сейчас, прямо сейчас. Вот подпишитесь, пожалуйста, на него, да, и вы, например, сейчас тогда увидите. Значит, отправить новое сообщение подписчикам. А вот я уже там создавал всего, да, то есть вот у меня есть бот, и я выбираю именно этот бот. Так, теперь мне нужно открыть этот бот и там нажать New Post. То есть я у себя теперь открываю свой же бот. Вот, видите? И теперь я могу отправить новое сообщение подписчикам. Вот там, давайте я напишу «Привет». Спасибо, что зашли. Теперь вы можете видеть мои сообщения. И нажимаем «Вот». После того, как мы нажали, мы можем посмотреть, как выглядит пост. То есть, так как это просто текст, то это будет выглядеть вот так. «Привет, спасибо, что зашли. Теперь вы можете видеть там, мои сообщения». И теперь я могу отправить пост вам. И через какое-то время, по сути, он должен появиться. Значит, следующее, что можно сделать, это сделать... Давайте мы зайдем сюда. Вот, в принципе, здесь, кстати, в начале есть очень много полезного. Значит, команда частично дублирует меню. Вы можете нажимать здесь, либо там, вот. Но что самое интересное, вот здесь есть tutorials. Это очень интересно. И тут, в принципе, есть очень много описаний того, что, ну, как что создается. Еще раз, это очень удобно. Значит, почему, ну, вообще создание такого простого бота через ManyBot? Потому что вы можете играться самостоятельно на телефоне. Вам нужен только телефон, да? И там какая-то информация, которую вы хотите разместить. Больше вам ничего, в принципе, для этого не нужно. Вот. Если вам, кстати, сообщение пришло, которое я отправил, вы там напишите, чтобы было понятно. Ну, в принципе, как подписаться, вам нужно... Значит, Юля спрашивает, как подписаться. Вы берете, переходите по этой ссылке. И если у вас установлен на компьютере или на телефоне, то он сам автоматически переходит. Если нет, вы просто вот набираете в поиске, вот здесь, вот где search, набираете «вебинар 2907 бот», и он высветится. То есть, вот смотрите, вебинар 2907, вот. И вот он высветится. И вы его просто нажимаете на него, и он как бы у вас теперь в списке. И надо нажать старт.
Ольга, теперь понятно? Надеюсь, понятно. Вот, значит, продолжаю. Тут очень много разделов tutorials. Нажимаете любой раздел, который вам интересен, вы видите описание. Тут некоторые есть видеоуроки, есть там просто описание текстом. Это тоже очень удобно. Единственный минус, говорю, как неудобно, это то, что вы видите то, что видят все, плюс вы видите еще все остальное. То есть немного это вот самостоятельно мешает, как бы разделять немножко. Ну, то есть, либо нужно два аккаунта смотреть, либо просто как-то это видеть, там, не обращать на то внимания, да. То есть у вас вот вы как администратор будете видеть вообще все, что вы делаете. Так, ну что, вот у вас получилось подписаться, и там вы увидели какое-то первое мое сообщение. Да, вот привет, спасибо, что зашли. Теперь вы можете видеть мои сообщения. Вот все, вот кто подписался на бота, должны, по идее, увидеть это сообщение. Теперь, ладно, давайте сделаем автопостинг, то есть мы можем подключить какие-то социальные сети для того, чтобы там, люди получали уведомления о наших социальных сетях. В принципе, можно промотать. Вот автопостинг команда. Допустим, давайте там, подключим ВКонтакте. Теперь вы просто берете. Добавляем ссылку, допустим, в vk.com/teplice.st и нажимаем «Вот». Вот, автопостинг начнется через пару минут. То есть есть какое-то время, которое требуется сервису, чтобы это адаптировать, да, и вот, условно говоря, теперь все, вот вы, кто подписался на этот чат-бот, теперь вы все будете видеть новые посты, которые падают в нашу группу в тепличную ВКонтакте. Также вы можете подключить RSS-ленту. Как вы видите, RSS-лента это, например, вот такого формата. Там, например, vc.ru.feed. Да, вот в конце это feed. То есть, если вам не нравится, вы жмете отмену, выбираете YouTube, например. Вы можете также подписаться на YouTube. Вот, допустим, давайте мы также подпишем подписчиков на YouTube теплица. То есть, сейчас перейдем в творческую студию. В принципе, ссылка, вот, посмотреть канал. Вот эта ссылка тоже должна как бы нормально использоваться. Например, видите, это YouTube User Теплица ST. Берете просто, копируете эту ссылку и добавляете сюда. И нажимаете на «Вот». И вам пишут, что «Окей, супер, теперь будет транслировать ваш YouTube канал подписчикам». То есть теперь каждое видео, которое появляется, да, оно автоматически будет поститься сюда. И это, в принципе, также очень удобно. А здесь вам, как администратору, видно, на что вы как бы подписали своих подписчиков. Жму отмену. И вот отмена. И давайте посмотрим настройки. В настройках, видите, можно посмотреть часовой пояс, изменить что-то, сделать. В общем, просто можно полазить. Помощь. Вот, если вам нужны вот эти команды, которые вначале были, вы просто нажимаете «Помощь», и они вот появляются. Так, супер. С этим понятно. Значит, самое простое, что вы можете сделать, да, понятно, что это не должно быть в одном боте, да, то есть вы не должны это все делать, все команды в одном боте. Вы это делаете, допустим, в разных. Ну, вот самое простое мы уже сделали, да, мы создали бот, человек на него может подписаться, у нас есть ссылка, и мы можем теперь как бы постить самостоятельно, как администратор, да, и все будут видеть, это уже похоже на канал. Либо автопостинг, это когда, там, например, вы подписываетесь в социальные сети, и люди тоже видят. Так, отлично. Теперь дальше. Давайте еще раз спрошу вас, у вас все получилось или нет? Если там какие-то есть проблемы, то как бы пишите. Так, а я пока перейду вот сюда. Вроде все окей. Двигаемся дальше. Смотрите, значит, теперь что дальше? Давайте подумаем о том, что мы можем создать. Значит, еще раз. ManyBot позволяет создавать достаточно простые вещи. То есть они могут быть связаны как с каким-то анкетированием, либо вы можете задавать вопросы, а, например, пользователь будет чем-то отвечать. Вот давайте сделаем следующее, что создадим какую-нибудь пользовательскую команду. Значит, создать команду,
либо настроить главное меню. То есть это связано вот с тем, что когда вы создадите команду, эти команды можно добавить в меню, они будут у вас не только слэш, да, там ваши команды, но еще и в меню будет кнопка. Давайте, например, вот покажу самый простой пример, чтобы вы, например, собирали информацию от пользователя. Представьте себе, что... Я тут, кстати, склоняюсь к тому, чтобы сделать что-то похожее на вот это вот, на кризисный центр, точнее, на карту нападений. Вот, допустим, вот есть такой сайт, есть такая организация, которая занимается этим, да, и, по сути, частично вы можете сделать что-то полезное в чат-боте, и, допустим, вы можете спрашивать у людей, что произошло. То есть люди, например, вам могут прислать информацию о нападениях. То есть, допустим, представьте себе, что это карта нападения на почву ненависти, и вы в том числе хотите собирать информацию о таких вещах, которые происходят у нас в городе, да, и да и в стране, вот с помощью чат-бота. Значит, для этого давайте создадим команду и нажмем, ну, точнее, там, назовем ее как-нибудь, как мы ее назовем? То есть, давайте напишем add, ну, наверное, add, добавить. Да? То есть вот так она будет писаться. Теперь, когда, например, мы сделали команду, нам нужно, чтобы после команды человек что-то получал в ответ, либо, ну, то есть он должен понимать, что происходит. То есть когда мы нажимаем add, давайте напишем просто, что здесь вы можете добавить информацию о нападениях на почве ненависти. Давайте, типа, ну там, если вы стали свидетелем. Там, если вы стали свидетелем. Нажимаем на ввод. То есть здесь какой-то текст. Дальше мы можем к этому еще добавить вопрос. Значит, смотрите, человек нажимает add, он хочет добавить информацию о нападении. Для этого, допустим, представим, что будет три типа информации. Первое – это краткое описание. Второе – это он может добавить фотографию. И третье – он может добавить геолокацию. Потому что Telegram позволяет добавлять информацию вот о том, где вы находитесь, где находится пользователь. Единственное, забегая вперед, скажу, что я еще раз, я не знаю, как сделать так, чтобы автоматически это собиралось в таблицу. Но если вы как администратор, вы можете видеть это вручную и, собственно, заносить это куда-то. Итак, значит, мы добавляем вопрос. А вопрос какой? Там, добавьте описание, например, да? А есть разные типы вопросов здесь, да, возможно, и можно развернутый ответ, там, с вариантами ответа и так далее. То есть, смотрите, вот есть короткое описание, когда вы здесь создаете, вот смотрите, развернутый ответ. Пользователь может отправить в ответ несколько сообщений или файлов. Вот. В данном случае я не советую это делать, я советую сделать обычный вопрос, потому что, чтобы вам просто было понятно, ну, было разбиение, что ли, на геоположение, на фотку и вот на, там, на описание. Так, а я сейчас подумаю, где мне взять фотку какую-нибудь. Сейчас... Фотка. Давайте какую-нибудь фотку найду. Например, парк. У меня просто на компьютере что-то нет фоток. Просто мы эту фотку потом добавим как описание. Вот, допустим, парк. Какую-нибудь небольшую надо. Что-то они все большие очень. Ну, пусть будет такая фотография. Так. То есть представим себе, что это я хочу для примера показать, как это будет. Окей. Так, возвращаемся. Это мы закрываем. Итак, здесь все-таки я предлагаю делать... Смотрите, если вы, значит, еще раз развернутый ответ, то тогда пользователь может добавлять все, что угодно. Вы можете, то есть, написать вообще в описании, что если у вас есть информация, например, о новом нападении, пожалуйста, добавьте описание, местоположение и фотку, да. Но если вы делаете вот по обычным вопросам, давайте сделаем вот так, вот обычный вопрос. И вот задаете вопрос. Пожалуйста, добавьте описание. Нажимаем на ввод. Добавляем еще ответ.
Пожалуйста, добавьте фото. И пожалуйста, добавьте так, просто добавьте ее локацию. Супер. Теперь мы нажимаем сохранить. И вот у нас как бы вот это есть команда. Теперь эту команду мы можем настроить в меню, чтобы она сразу попала, и сразу автоматически я вам покажу, как это делать. То есть, смотрите, чтобы это было не просто slash add, а, например, как команда, мы настроить главное меню пишем, добавить пункт меню, и выбираем ту команду, которую уже создали. То есть, если вы создаете несколько команд, у вас потом будет возможность выбирать из команд и добавлять их в меню, либо добавить все. Я добавляю сюда и введите название, то есть добавить новое нападение. Ну, допустим. Так будет называться. А вот видите, и вот теперь меню появилось. Итак, теперь возвращаемся назад. Назад. Вот, смотрите, теперь у вас в меню, если вы подписаны, посмотрите, у вас теперь в меню, в чат-боте должна быть вот верхняя кнопка «Добавить новое нападение». Должно это работать. Вот теперь давайте проверим, как это работает. Человек нажимает «Добавить новое нападение». Бот пишет, здесь вы можете добавить информацию о нападениях на почве невинности, если вы стали свидетелем. Пожалуйста, добавьте описание. В парке мужчина ну, не буду писать текст, понятно, да, что что-то случилось, вот человек описывает. Дальше бот пишет, пожалуйста, добавьте геолокацию. Так, геолокацию можно добавить только с телефона, поэтому сейчас я это сделаю на телефоне. Так. Геолокацию сейчас я добавлю. Так, я нахожусь здесь. Вот, я добавил геолокацию. Смотрите, вот, значит, еще классно, что геолокация — это не просто картинка, да? То есть, если вы нажимаете на ссылку, то у вас открывается карта. Она что-то очень долго открывается. В общем, она действительно открывается. Так, единственное, что почему-то фото вот пропустил я. Окей. Ну, давайте посмотрим, во-первых, с другой стороны, теперь как для администратора это записывается команда, да? Теперь, когда, смотрите, люди отвечают, вы можете посмотреть ответы. То есть давайте вот у вас в меню вот есть кнопочка ответа на формы, вы нажимаете, и вы выбираете ту команду, ответ на которую вы хотите посмотреть. И здесь вот посмотреть ответ. И вот вся информация о том, как бы, что человек отвечает. То есть, кто это был, да, когда это было. Видимо, когда я добавлял про фото, я не, ну, не нажал вот или еще что-то. В общем, смотрите, команда состоит, например, из двух частей. Да, человек добавляет описание и добавляет геолокацию. То есть, исходя уже из этой информации, вы можете собирать от пользователей как бы, информацию, где что-то произошло. И пользователю, видите, не надо звонить никуда, не надо мейл писать, не надо ничего такого делать. Он быстро в своем мессенджере просто нажимает «добавить новую информацию», да, и это может быть все что угодно. То есть это может быть, вот я на примере, например, там, нападение какое-то, да, сделал, а можно это, в принципе, привязать к чему-то другому. То есть таким образом вы можете видеть, что пользователь хочет сделать. То есть вот таким образом создается, собственно, как бы команда и меню. Так, давайте я сейчас еще теперь войду, посмотрю ваши комментарии, если есть. Так, ну что, вопрос, вам понятно, как это делается или какие-то сложности? Вот напишите мне, пожалуйста, вот в чат-боте появилась эта команда про добавить новое нападение? Потому что не очень ясно, как бы. Все молчат. Так, а я пока вот так сделаю. Супер. Что еще можно делать? Смотрите, то есть таким образом можно собирать
обратную связь, например, о том, о чем вы делаете. Например, вот на сайте есть форма обратной связи, да, а здесь вы также можете создать, например, кнопку обратной связи. Давайте это создадим. Пользователи команды. Допустим, создать команду. Фидбэк. Например, ваша организация что-то делает, и вы в том числе можете создать обратную связь. В ответ на пользователя команду бот может ответить. Добавить вопрос. Допустим, развернутый ответ, который будет включать все, что угодно, да? Так. Добавьте обратную связь. Напишите ваше мнение о нашей работе. Можно добавлять файлы, фото и местоположение. Вот, теперь мы сохраняем вопрос. И вот у нас появился фидбэк. Теперь, смотрите, значит, давайте в меню опять его добавим. Значит, нажимаем «Настроить главное меню», «Добавить пункт меню». И выбираем фидбэк. Теперь у нас обратная связь. То есть здесь вы можете какие-то смайлики добавлять, все что угодно. Я просто это пока не буду делать. Вот. То есть вы можете добавлять что-то здесь будет, что-то интересное. Ну, как вот эти смайлики, например, да. Итак, обратная связь. Вот смотрите. Сейчас я у себя на телефоне это сделаю. Или хотя давайте на компьютере. Обратная связь. Вот я нажимаю. Так, я вышел, не вышел из меню. Так. Назад. Вот, главное меню, значит, обратная связь. И мне будет говорить, добавьте обратную связь, напишите ваше мнение там. Я пишу там. Бот работает, и это здорово. Это здорово. И могу присоединить еще медиа. Вот он загружается. И вот так это выглядит. То есть теперь давайте посмотрим, как это будет со стороны администратора. Вот, видите, появился ответ. Вы потом можете просматривать, и это будет в таком виде. То есть человек, администратор, будет видеть все, что пишут ему люди, да? То есть, опять же, это очень здорово, когда вы хотите, например, собирать какую-то информацию, например, о том, что вы делаете и так далее. Вот, это выглядит вот так. Супер. Теперь давайте сделаем, значит, еще какую-нибудь кнопочку, например, которая будет выдавать, не знаю, там, контакты, например, да? Так, сейчас я открою, посмотрю, там, все ли окей. Давайте создадим команду и, там, контакт, например. Вот смотрите, когда пользователь нажимает на контакты, он, в принципе, не, ну, там, ему не надо ничего вводить, да? Мы от него ничего не хотим, мы хотим ему, наоборот, только показать. Поэтому нам не надо добавлять вопрос. Нам нужно просто сейчас добавить всю ту информацию, которая нам необходима. Поэтому, например, мы для примера берем вот, вот этот проект, о проекте. И сейчас мы можем просто скопировать какую-нибудь информацию. Ну, то есть мы вообще можем написать, вот, кстати, о проекте. Просто хочу показать, что
при вот такой команде там можно вставлять какую-либо информацию. Итак, мы добавляем сейчас вот это вот сюда, прям просто вставляем. Вот видите, информация. И после того, так, сейчас, например, сайт. Добавим сайт. Просто мы вот вводим, пока не ввели всю ту информацию, которая нам нужна. То есть сайт и телефон. Вот, так, горячая линия. И вводим вот так. Все, теперь после того, как мы это сделали, мы пишем «сохранить». И теперь добавим, давайте опять в меню эту команду. Контакты. Вот, она в меню добавлена. Теперь, когда мы видим в общем меню. Так, сейчас. Нужно описание сделать. Давайте описание в названии будет «У нас и контакты». Вот. И давайте жмем назад. Просто хочу, чтобы в списке было вот это. Вот, а нас и контакты. Смотрите, когда человек нажимает, ему присылается вообще вся информация, которую мы туда загрузили. То есть, например, вы можете таким образом сделать разделы, которые будут информировать человека о чем-либо. Вот. И это достаточно удобно. То есть он будет знать, что вот, например, при нажатии вот этой команды он будет появляться. То есть, смотрите, помимо меню это можно делать вот так, да? То есть слэш и так далее. Так, я пока чат почитаю. Ольга спрашивает, ботов должно быть много, к каждому событию можно создать одного бота, связанного с новостями моего сайта? Да, конечно, желательно создавать, конечно, одного бота. Вот. И, например, если вы создаете бота, связанного с новостями вашего сайта, вы просто, например, делаете вот автопостинг, и тогда люди автоматически будут получать всю информацию с вашего сайта или из социальных сетей, как удобно. Просто здесь более такие немножко продвинутые вещи. В общем, вот в некоммерческих организациях, мне кажется, боты вот очень хорошо применимы. То есть, если вы хотите там сделать что-то такое или показать какие-то разделы. То есть, например, если организация занимается там популяризацией или привлечением внимания к решению какой-то проблемы или там, не знаю, какому-то заболеванию, например, вы можете сделать бот, в котором будут такие разделы, где вы можете написать там о заболевании, как помочь, новости и так далее, да, то есть их может быть достаточно, ну, там много, и тогда человеку не надо будет заходить на сайт, он все будет это видеть, например, там в своем Телеграме. Например, дальше, что касается, что еще можно сделать? Допустим, вы можете, вот, допустим, там, донорство крови, да, человек, например, хочет сдавать кровь. Например, вы знаете, там есть Donor Search. Вы, кстати, давайте зайдем на Donor Search. Это сервис, который позволяет действительно искать и привлекать доноров. Я просто хочу найти вот по городам, есть ли такое или нет. То есть, по идее, вот поиск доноров... Вот автоматический поиск и ручной поиск. Автоматический поиск. Да, тут очень... тут именно доноров в плане людей. То есть смотрите, что я хотел показать, что вы можете создать, например, там вкладки и команды по городам, например, да? То есть вы знаете, что есть представительство или там есть места, где человек может дать кровь, да? И он, например, вы можете это разграничить по городам. То есть если человек путешествует, он, например, нажимает на Москву, и у него все контакты, например... там, мест, где можно сдать кровь. Это достаточно удобно, это несложно, и вот вся информация будет всегда под рукой. То есть также вы можете сделать там какие-то команды, которые позволяют пользователю там понять, что ему делать в какой-то конкретной ситуации, да, например, если он хочет стать волонтером, допустим, да, куда ему идти, что делать и так далее. То есть такой гид, некий гид,
который позволит вот направить человека в нужное там русло. Давайте теперь попробуем следующее сделать. Значит, все классно, но когда мы заходим вот в наш бот, то у нас нет там описания, и совершенно непонятно, что делать-то, как бы, как вообще. Для этого давайте вот нажмем Help. И вот видите, тут есть настройки бота. Здесь мы можем установить язык и добавить описание, редактировать описание бота. Нажимаем Set Description, например. И нам надо перейти в MoneyBot, чтобы редактировать описание вашего бота. Мы переходим. Так. Help. Кстати, я могу посмотреть здесь, смотрите, сколько подписчиков. Супер, видите, я вижу, что у бота 8 подписчиков. Это интересно. А, это все боты. Так, давайте посмотрим, сколько. Вот 5 подписчиков вот у этого бота, который сейчас создан. Так, а я хочу найти вот кнопочку Set Description. Это мы хотим добавить описание к нашему боту. Вот, вы можете добавить описание. То есть, в принципе, оно есть, но вот сейчас я проверю еще раз. Просто смотрите, есть описание, когда вы только добавляете бота, а есть описание, которое есть в информации, вот в инфу бота. Сейчас там нет никакой информации. Ну, допустим, так. И описание отредактировано, а вот сейчас через какое-то время я посмотрю, так ли это или нет. То есть, если это не работает, то можно сделать по-другому. Можно зайти в bot father, и вот здесь, в командах, вот тоже есть set description и set bot text. Вот, change bot about info. То есть, вот когда вы видите бота у себя, да, вы можете в info посмотреть. Вот в инфо это вот здесь, да? Вот видите, здесь нет описания. Тут непонятно, о чем этот бот. Вот смотрите, давайте добавим описание. Мы в бот-фазере добавляем вот change bot about info. Выбираем наш бот. Если их несколько, добавляем описание. Вот, теперь, когда мы заходим в наш бот, видите, появилось описание. Этот бот был создан в процессе вебинара. Что еще можно поменять и что важно, это, конечно, картиночка. Как картиночку поменять, также мы заходим в BotFuzzer, и здесь в списке команд есть setup user pick. Нажимаем, выбираем бота, и теперь присылаем картинку. И, например, вот картинка вот такая, как парк. Неважно, ну, то есть, понимаете, да? Вот. Круто, обновились. И теперь, смотрите, через какое-то время у меня вот эта штука, она заменится. Она заменится на эту картинку. Просто будет не BO, а вот картинка. То есть, как вот эта картинка, да, будет другая картинка. Давайте для этого просто обновим, например, вкладку. Вот, видите, и картинка обновилась. Вот таким образом можно добавлять описание и обновлять информацию. То есть, в принципе, вот этого все что достаточно. Так, давайте я зайду еще посмотрю, что вы в чате пишете, если пишете. Там, понажимайте мне что-нибудь, хоть что-нибудь, а то что-то не видно. Валентина, да, спасибо. Супер, ну, смотрите, вот там можно создать какой-нибудь еще бот. Или команду, чтобы было понятно. Если есть какие-то вопросы, давайте сейчас попытаюсь ответить.
В общем, а так, резюмирую, хочу сказать, что ManyBot, еще раз, позволяет создавать ботов без программирования достаточно быстро. Вы можете написать название, юзернейм выбрать и получить уже уникальную ссылку. Потом вы можете сделать команды свои, создать из этих команд меню. И вы можете собирать информацию от пользователей, вы можете делать разделы какие-то, да, давать информацию пользователю наоборот, то есть по какому-то разделу, как обратная связь, да. Они вам могут писать какую-то информацию. То есть, и это, в принципе, достаточно все просто, но таким образом вы можете облегчить жизнь, как бы, свою в том числе. То есть, что-то сложное сделать не получится. Ну, вот, например, я сейчас покажу, что не получится сделать, потому что здесь используется API, да, то есть, например, когда вы связываете. Но это получится, например, с помощью нашего бота, который теплобот, он связывает сайт и Telegram. Вот сейчас я просто добавлю его сюда. Так, еще бы я вспомнил, как он называется. Теплица бот, по-моему, с нижним подчеркиванием. Просто еще это был, ну, чтобы был пример, чтобы было понятно, чего нельзя сделать. Так, я открываю сюда, и давайте добавим вот тепличный бот. Тепличный бот, он позволяет, например, искать информацию и материал на нашем сайте, да? Вот он называется теплица... Давайте я буду здесь вводить, а то я что-то на телефоне ввожу. Так. Так, сори. Теплица. Вот, бот теплица. Вот это, к сожалению, нельзя будет сделать, потому что тут надо уже API. То есть смотрите, значит, этот бот позволяет, например, найти ближайшие мероприятия теплицы, да? Вы просто команду events, и вот через какое-то время что-то должно произойти. Так вот, кстати, почему-то, когда я добавляю бот вот здесь, он почему-то начинает тормозить. Это, кстати, глюк какой-то. Это, возможно, просто... Давайте еще раз тогда. Так. Теплица бот. Теплица. Бот. Вот. Давайте еще раз. Значит, окей, events. Вот, и мне он показывает там самые ближайшие мероприятия, которые будут. Это понятно, что вебинар, который вы сейчас посещаете, и так далее. То есть мало того, что вы можете посмотреть какие-то вещи, вы можете еще по какому-то слову найти материалы на нашем сайте. Например, вас интересует инфографика, да? Инфографика. Вот, и вы можете посмотреть материал по инфографике. В общем, к чему я это все показываю? Во-первых, чтобы вы понимали о возможностях ManyBot, а во-вторых, чтобы вы... там следили все-таки за мероприятием, которое будет в Казани, да, и вот там будем делать, конечно, более сложные боты. Но если вы не умеете программировать, то ManyBot — это отличный вариант начать. То есть вы можете уже сделать самостоятельно что-то интересное. И очень здорово, что создание, да, это у вас прямо в телефоне. Вы можете просто играться там, самостоятельно делать что-то. То есть, да, это не требует каких-то специальных навыков, даже компьютера. Вы можете просто делать это на своем телефоне. И, например, там еще мне нравится бот, который я тоже показывал, который делает очень простую задачу. То есть, например, если вы живете в Москве, сейчас я найду его. Так, да. Значит, этот бот тоже очень простой. Он ищет самый дешевый и удобный билет с Сапсаном на одну ночь в Москву или в Петербург и обратно. То есть, например, это очень удобно. Например, вы хотите в августе съездить в Питер, и самую минимальную стоимость вы хотите найти, да, и это делается очень просто. Вы, например, вбиваете август. Почему же они не работают с первого раза? Это, кстати, вот это глюк какой-то. Вот когда я удаляю, потом добавляю снова, все работает. Давайте еще раз. Август. Странно. В общем, действительно странно.
Давайте еще раз. Последний раз. Попробуем. Сапсана, сап, бот. Вот, в Москву или Петербург? Петербург. Вот видите, он самую минимальную стоимость показывает. Например, в августе, когда будет самая минимальная стоимость? Вот, в августе, смотрите, минимальная стоимость 4580. И вы просто по этим датам можете выбрать и поехать. То есть во все остальные даты, например, на выходные или на несколько дней, как видите, на 2 дня, да? Вот всегда будет стоимость больше, то есть этот способ очень классный, и вы можете найти билеты. То есть это пример такого бота, который решает узкую-узкую-узкую проблему. Но он классный, то есть вам не надо вот рыскать, самую минимальную стоимость искать. Но, опять же, с MoneyBot это, к сожалению, нельзя сделать, потому что нужна API, это связь и получение данных от других сервисов. Так, давайте зайдем еще тогда сюда, посмотрим ваши вопросы. Я думаю, что тогда уже... Сейчас посмотрим, можно заканчивать. Да, я вот этот файлик, точнее, не показал. Это же очень классный слайд. В общем, мы смогли это сделать. Это супер. Я надеюсь, что кто-то со мной проделал это вместе. И вы получили такой простой бот. Или посмотрели мой бот с простыми командами. Давайте еще раз посмотрим, есть ли вопросы какие-то. Если нет вопросов, то я думаю, что можно заканчивать. Так, Владимир, кстати, задает вопрос. Бот можно создавать только в Telegram, либо в других мессенджерах. А вообще, теоретически, боты можно создавать в любых мессенджерах, если это Telegram и Facebook Messenger. Еще есть Slack. Вот эти три топа, да, которые сейчас развиваются, все остальные, конечно, тоже можно, но это более уже сложно. А, кстати, в принципе, на хакатоне в Казани мы не будем ограничивать, да, мессенджеры, но я думаю, что вот эти топ-3, это вот для них сейчас стоит делать, потому что Telegram, он постепенно растет, он очень, как это, cloud-based, да, то есть он в облаке, и это все-таки перспективно очень. Поэтому теоретически, если вы хотите делать ботов, планируйте это делать вот на эти мессенджеры, даже если у вас пока нет своей целевой аудитории там. Потому что буквально через год это будет просто в топе. А в данном случае, да, вот Ольга спрашивает, это все для кого есть Telegram? Да, в данном случае мы создавали бот только для Telegram. То есть это только для тех, у кого есть мессенджер Telegram. Но еще раз говорю, так как вы, если вы начнете разбираться в этом сейчас, то через полгода, через год, когда это будет просто очень популярно, вы будете одним из первых, кто это делает, поверьте мне. И так как, в принципе, это бесплатно, да, вы можете просто там вашей целевой аудитории сказать, что, ребят, вы можете установить... И пользоваться этим, и это никак ничем не хуже, и это даже намного удобнее. Если вы покажете, что с помощью вот вашего чат-бота вы можете, там, пользователи смогут делать что-то быстрее, они это установят. То есть, если это будет решать какую-то определенную задачу, это поможет. Владимир пишет, что информация не обновилась. Попробуйте обновить или удалить его и снова добавить. Просто, видимо, бывают какие-то глюки. Еще зависит от платформы, это просто, возможно, там время... Вот как вы видели, я вот, например, у себя в веб-версии это вижу. То есть я вот захожу, смотрю, и у меня вот информация есть. Если у кого-то еще есть, я думаю, что есть. Дайте вам лайкну. Так, в общем... Это может еще раз. Почему? Потому что это может работать немножко медленно, но это работает. И самый такой простой способ проверить – это удалить и поставить заново. Если не работает, значит, что-то еще. А, вот видите, да, минус в том, что вы как администратор бота, вы видите, в принципе, как бы изнутри это все, и не очень понятно, как снаружи, потому что, возможно, у вас может это работать, а снаружи нет. То есть, самый простой пример – вы можете спросить своего друга, у кого есть мессенджер, проверить это. Мне кажется, в этом ничего плохого нет. Так, еще какие-то вопросы? То есть вопросов нет, все понятно. Итак, ManyBot позволяет создавать чат-бот. Простой. Создавать команды, создавать меню, собирать информацию от пользователя и давать информацию пользователям ту, которую вы хотите. То есть
В том числе, например, если это коммерческая какая-то история, вы можете сделать бот для заказа пиццы. Бот для, там, не знаю, заказа чего-то еще. То есть, когда человек в меню будет выбирать что-то, да, и, ну, как заполняя анкету, да, то есть, представьте себе, что есть некий сервис, который представляет собой некую анкету, и в результате он что-то получает. Также здесь. Вы можете вот сделать такой сервис, который, например, позволяет там выявить какой-то, ну, с помощью небольшого теста выявить тип, там, не знаю, тип человека психологический или еще что-то. Так, новый ответ — фидбэк. Вот кто тут заполнил фидбэк? Давайте проверим. Надеюсь, там без мата. Угу. Да, понятно. Так. Ну что, есть ли еще вопросы какие-то? Интересно, вот если еще кто-то писал вопросы в мероприятии, я надеюсь, что этого не было. Давайте проверим сейчас. Я быстренько переключу. Так, 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 так. Потому что я постил ссылку уже на видео, а можно еще писать в комментариях. Вот, Владимир пишет, что после удаления новой установки заработало. Ну вот, в принципе, это так и действует. Это, знаете, как классическая рекомендация от айтишников, если что-то не работает в компьютерах, а вы пробовали выключить и включить. То есть вот самый простой пример – это вот сделать именно так. Так, давайте посмотрим здесь, есть ли какие-то комментарии. Надеюсь, что все писали вот именно под видео. Да, есть два комментария, кстати. Окей. Супер. Ну что, давайте тогда заканчивать. В общем, я думаю, что было интересно и понятно. Там немножко, может быть, сумбурно, но тем не менее, вот просто, ребят, берите, пользуйтесь. Это вот самый простой вариант, как создать свой чат-бот. И опять же, для этого ничего там специального не нужно. Единственное, что нужно заранее продумать, что конкретно вы хотите сделать. И вот это будет отличным способом сделать ваш чат-бот совершенно бесплатно. И вот, то есть, это удобно. Так, еще раз наш сайт теплица социальных технологий — это te-st.ru. Спасибо вам, что приняли участие. Я думаю, что те, кто смотрели в записи, им тоже было интересно. В общем, до встречи тогда на следующих вебинарах. И если какие-то будут вопросы, пишите вот в мероприятии в Фейсбуке или пишите мне лично, с радостью отвечу. Еще раз большое спасибо тогда и до свидания. А буквально через какое-то время я выложу ссылку на презентацию и на там те сервисы, которые там могут быть полезны. Окей.